Это полный пиздец. Клали бракованный кальян. Смотрится по-уебански. Это еще будет пахнуть хуями. Бля, ебать, ну что за упаковка? Это вот эта, блядь, фанера, она меня просто выбесила. Коробка говно. Сифонищий клапан-то не воткнул. Давайте Дави отправим бракованный, один хуй мы его не сможем продать. Полировка просто ебейшая. Ребят, привет-привет, с вами Дава. И сегодня у нас на обзорчике кальян из Украины под названием Unlim Hookah с моделью Estable. Как говорится, ребятки пробуют себя в творчестве, а именно в разных композитных материалах в шахтах. Ну, давайте, собственно, смотреть и будем примерно разбираться, стоит кальян своих денег или не стоит. И начнем, наверное, с упаковки. И я скажу так. Производители кальянной продукции, посылайте нахуй тех, кто делает вот такие вот коробочки. Почему? Если раньше это было модно, круто и делалось как бы качественно, да, то сейчас я могу сказать, что многие производители вот такой вот фанерки просто клали хуй на дальнейшую судьбу вашего продукта, упакованного в ихнюю продукцию, да? Расскажу примерно почему. Смотрите. Как бы ты открываешь, да? Как бы все окей, но далее вот это все просто начинает разваливаться. То есть они начали экономить на клею, блядь. Это полный пиздец, да? То есть, и по факту, как вот, он ко мне приехал примерно, чтобы вы понимали, вот так вот, собственно, сложенный, да, вот так вот. Вот так вот он ко мне приехал, я думаю, бля, ебать, ну что за упаковка? Вот, ну что это за упаковка? Поэтому, вот, производители вот таких хуйнюшечек, нахуй посылайте просто, и я рекомендую все-таки использовать обычный проверенный картон, который будет более эстетично выглядеть, и в дальнейшем можно использовать как транспортировочную тару, да? Ну, а, собственно, внутри нашей конченной упаковки более-менее хороший кальян. И давайте смотреть, почему, да? Я на нем уже курил, я уже все о нем знаю, я примерно все уже в нем пощупал, потрогал. И давайте, собственно, потихонечку его собирать. Что у нас есть? У нас есть шахта из нержавеющей стали с декоративными композитными материалами. Я могу сказать так, что второго кальяна с таким же рисунком не будет. И это прикольно, то есть есть какая-то индивидуальность. Далее, идем дальше. Что касается веса, кальян очень тяжелый, увесистый. Коннекторы у него на притирках, и также у него клапан тоже на притирках. Это очень здорово, в отличие от магнита, который все равно, как бы не заверяли производителя, а-ля типа будет жить, пока ты не сдохнешь, да, это неправда. Бывает, что в первый же месяц отъебывают у тебя магниты, и если производитель, который думает, что не нужно как бы ложить дополнительных магнитов, либо у него просто их нету, то считай кальян на мусорку. Идем далее. У нас здесь вот такая вот прикольная жемчужина, она прозрачная, и я скажу вам так. Не знаю, с чем связано, либо с неточностью, но она сифонит. То есть выдувается и также затягивается. То есть я не понял, в чем прикол. Либо, как обычно, мне опять прислали бракованный кальян. И эта штучка у нас сифонит. Что касается коннектора, то как бы коннектор и коннектор. Вот так вот выглядит шахта. Довольно-таки симпатично, на самом деле, знаете. Какой-то эстетичный вид она имеет. То есть я с удовольствием его оставлю у себя в коллекции и он мне будет прямо радовать глаз, да? Идем дальше. Что у нас есть? У нас есть мундштук. Мундштук вот реально выглядит немного нелепо. Вот мундштук нелепый. Вот это, собственно, декоративная часть, плюс вот эта рукоятка, и смотрится вот как-то, ну, примитивно, да? Я бы не сказал, что смотрится по-уебански, да, но примитивно. Мундштук, в принципе, разборный. Его можно разобрать, но кто нахуй это делает? Вот кто разбирает мундштуки, да? Здесь мы, собственно, видим все секреты производства. Это не полированная сталь, в принципе, да? И нахуй ее полировать, да, если ее все равно никто не видит. Если, допустим, взять этот же мундштук и использовать этот мундштук в кальянных, то вот эта, грубо говоря, фрезеровка, как она называется, короче, да, вот эта резочка такая миленькая, она будет забиваться просто грязью от рук тех, кто его держит. И, наверное, если будут его курить какая-то определенная категория девочек, это еще будет пахнуть хуями. Поэтому я бы все-таки сделал более попроще мундштук,
Но он очень увесистый. Кто любит тяжелые, как бы и большие, и широкие, то вам зайдет. А, идем к нашей погружной шахте. Она тоже немного непонятно, как сделана. И я не понял вот этого принципа именно съемного диффузора. А, он сделан, чтобы вы понимали, пиздец, как замудрено, да? Да, у нас есть основная шахта погружная, и в ней сделанный диффузор. И у нас есть насадочка на резьбе, которая как бы этот диффузор открывает, закрывает. То есть можно сделать вот так. Можно сделать... То есть, да, давай. Можно сделать вот так. Но вот эта ступенька при опущенном, грубо говоря, диффузоре, то есть диффузора нет, а выглядит как-то, по мне, не очень приятно. И плюс видно, собственно, саму резьбу. Что касается полировки продукции, да, то есть самого кальяна, здесь полировка просто прям божественная. Смотрите, прикольно, да, вот, грубо говоря, крестьяне говорят божественная, как говорят мусульмане, аллаховская, ну ладно. Короче, отполировано все идеально, то есть как зеркало, без каких-либо засечек и косяков в полировке, то есть внешне выглядит все очень супер. В комплекте также идет всем уже классический шланг Soft Touch. Пружинка и комплект хороших, качественных резинок, которые, я даже думаю, подрезать не стоит. И еще идет колба. То есть давайте мы сразу сейчас некоторые части соберем, чтобы в дальнейшем потом мы этого не собирали. Вот так сделаем, чтобы потом было легче снять, да? Идем дальше, идем к блюдцу. Ребята из Unlimhook постарались и заебенили мне гравировочку. Обожаю кальяна с моей гравировкой, но не суть. Теперь то, что я говорил по поводу полировки, да, блюдца. То есть здесь оно изначально уже замызганное было мной, да, потому что я все это трогал грязными руками, липкими. И думаю, ну ладно, думаю. И решил оторвать вот эту часть. И, ребята, посмотрите, насколько охуительная полировка у ребят из Unlimhook. То есть вы просто, вот просто вглядитесь в это. Она прям такая зеркальная. Но в этом есть минус. Минус заключается в том, что вот я ее вот так вот потрогал, и как бы уже все приехали. То есть это уже грязное блюдце, и на нем видны следы и прочее. Короче, хуй поймешь, да? Не угодишь. Охуенно отполированное мне не нравится. Хуево отполированное мне тоже не нравится. Ну, собственно, и все. У нас закончилось все. Давайте теперь его соберем. И попробуем на нем покурить и посмотрим, какие у него уже технические характеристики, как он курится, как все это работает. А, и у него, собственно, два рабочих отверстия, да, это клапан и куда, собственно, вставляется сам шланг. Давайте, наверное, покурим на диффузоре, потому что так более-менее как-то красиво выглядит. Размер нижнего основания плюс резинка подходит прям идеально. Я люблю, когда не нужно натягивать просто, когда все прям по размерчику. Ну, как говорится, на ваш взгляд, лично по мне, смотрится очень круто. Я, правда, больше фанат, наверное, строгих форм, строгих цветов и, грубо говоря, строгой эстетики. Пестрые, какие-то необычные, мне не очень закатывают, и как-то вот пытаюсь сейчас на это не обращать внимания. Но выглядит он очень круто, и он очень тяжелый. Собственно, вот так вот мы его поставили. У нас уже подоспела чашечка. Довольно-таки здорово. Но вот, сука, вот этот, блядь, фанера, она меня просто выбесила. Знаете, почему меня начало это бесить? Потому что это уже не первый продукт, который упаковывают в такую фанеру. И это просто так бесит, когда ты открываешь коробку, и с него все вывалено, эта фанера вся разломанная, блядь. Потому что производитель этой фанеры, сука, пожалел клея побольше сделать так, чтобы это не распадалось, да?
А, я специально, короче, до конца шланг не одевал, но чтобы потом было легче снять его. А, давайте, собственно, попробуем посмотреть. Как это будет все у нас куриться. Ладно, все-таки придется, наверное, посильнее одеть. Кстати, да, здесь все на притирках, и сразу скажу, что рано или поздно притирки тоже сотрутся. То есть это уже проверено на опыте. Какую бы ты ебейшую притирку не придумал, она все равно когда-нибудь пойдет по пизде. Так, ну... Так, сейчас, подождите секундочку, ребятки, я немного запью, а то у меня горло пересохло. Погнали. А, дурачок, блядь. Сифонище клапан-то не воткнул. Подтяги. Диффузор в плане шума справляется хорошо и поглощает и шум, и вибрации. То есть, когда ты куришь кальян, в принципе, не чувствуешь, что в нем налита вода. Это и круто в плане того, что можно курить, грубо говоря, под фильмец, когда нет какой-то дополнительной вибрации, бульканья, да? Но есть и маленький минус в том, что ты не чувствуешь это курение, и такое ощущение, как будто в кальяне нет воды, и, соответственно, складывается немного другое ощущение, когда куришь кальян. По тяге чуть ниже, чем легкая тяга, но не совсем средняя тяга. Ну и еще минус делать, собственно, тоже клапаны на притирке. Давайте все вспомним охуительный опыт с кальянами Артхука, Temple, да, когда они сделали стеклянный кальян, стеклянный клапан и, собственно, притирочку. Я думаю, здесь будет примерно то же самое через годик, когда притирочка сотрется, и ты такой продуваешь, а клапан у тебя улетает куда-нибудь под диван, да? В целом здорово, если бы не сифонящий клапан немного, было бы круто. А, давайте подведем итоги примерно, да? А, сборка, коробка говно. Вот эти штучки прикольные, а вот то, что снаружи, говно. А что касается полировки, косяков, каких-то дефектов, их практически нет. Кальян собран идеально. А, не считая того, что клапан немного неправильно расточен, и есть где-то какое-то маленькое отверстие, через которое ты затягиваешь воздух, когда куришь. Но это, скорее всего, какой-то единичный случай. И, как всегда, давайте Дави отправим Бракова, на одни хуй мы его не сможем продать. А, что касается тяги, мне она вполне нравится, даже на диффузоре, то есть он не шумит, он не сильно не булькает и как бы прикольно, то есть, да. Но я больше, наверное, предпочитаю классическую тягу, но мне сейчас просто пизда, как в лом все это опять разбирать и скручивать этот, как сказать, регулятор булькания, да, диффузора. А, мундштук нелепый, вот реально мундштук нелепый, если его даже в домашних условиях поюзать 3-4 дня, то вот тут-то все забьется грязью и будет не совсем приятно. То есть, да, вот, либо их постоянно протирать, но, как мы знаем, в кальянах, в принципе, этим никто не занимается. Поэтому мундштук сразу под замену, да, он красивый, его можно поставить. Куда-нибудь пускай стоит. Что касается декоративных ставок, да, они индивидуальные, они эксклюзивные, потому что рисунок даже на одинаковом цвете будет все равно немного разный. Ну и полировка просто ебейшая. Ну, я думаю, все. Такой вот у нас прикольный кальян Анлим Хука из Украины.
Поэтому я его оставляю себе, а вы напишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Всем пока-пока.